1 350 000 гектаров плодородной Старопольской земли в 2015-м было проверено на предмет опасных возбудителей. Сотрудники территориального управления Россельхознадзора подвели итоги года. Специалисты ведомства следят за безопасностью производимых и импортируемых товаров. С этой целью за прошлый год взяли порядка 9 тысяч проб самой различной сельхозпродукции. В 2015 году было по 5 карантинным объектам установлено карантинно-фитосанитарных зон на общей площади более 31 тысячи гектар. Всего на сегодняшний день на территории Ставропольского края зарегистрировано 2203 карантинных фитосанитарных зоны по 16 карантинным объектам на общей площади более 570 тысяч гектар. При установлении карантинной фитосанитарной зоны всем владельцам подкарантинных объектов во владении и в пользовании земли, которых находятся, направляется программа по локализации и ликвидации карантинных объектов. Если в течение 3 лет проблема не проявляется снова, карантин снимается. В 2015 году такие зоны были ликвидированы в 3 районах. Кроме того, сотрудники Россельхознадзора следят за тем, чтобы в край не попадали санкционные товары. В прошлом году выявлено 4 попытки ввоза фруктов из списка запрещенных стран. Вся продукция была уничтожена. Марк Ветлицкий, Владимир Кириллов, АТВ, Ставрополь.